Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов. На этой неделе на севере европейской части России ожидаются аномальные холода. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину. Так, резкое похолодание ожидает Урал и Сибирь. В Архангельской области и Коми средняя температура воздуха к середине недели составит около 16-12 градусов ниже нуля ночью и 7-12 градусов ниже нуля днем. Паршина отметила, что это ниже нормы почти на 7 градусов. На Урале ночью ожидается около 24-29 градусов ниже нуля, а днем около 16-21 градуса ниже нуля. Такие показатели ниже нормы на 12 градусов. Завтра, 19 ноября, аномальные морозы придут на юг Западной Сибири. Там ожидается 17-22 градуса ниже нуля ночью и 11-16 градусов ниже нуля днем. На этом пока все. Еще больше свежих новостей ищите на сайте mymsk.online. До скорого!